Привет, Павлик, если ты меня смотришь, и всем привет, кто меня будет смотреть, не обращайте на мой вид, потому что я заболела, и у меня самочувствие не очень, у меня сопли, кашель. Кто-то интересовался аквариумом, что все подписывались, вот аквариум. Короче, вот аквариум. Сейчас я не буду кормить, короче. Ребята, если кто-то хочет, чтобы я сняла полный рум-тур по аквариуму, напишите в комментарии, давайте наберем 20 тысяч лайков, чтобы, как сказать, не обращайте внимания, у меня на заднем плане там кухня, там работает телек, я смотрю Диану Ди. Кто, значит, знает подписчицу Диану Ди, вы поняли, я заболела, у меня голос, глаза у меня такие, потому что я спать хочу. И я не могу, потому что... Если вы еще заметите, что у меня переливается цвет, сначала белый, потом какой-то еще оранжевый или желтый, это я так специально сделала, так по краю себе будет. И потом я вам, может быть, сделаю рум-тур по аквариуму, когда приедет мой брат. Если кто-то еще хочет увидеть моих животных, пишите в комментарии. Давайте на этом ролике наберем 20 тысяч лайков, еще раз повторюсь.